Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Бартенева. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы выпуска. Младенец из бэби-бокса уже в феврале обретет семью. Подробнее смотрите в выпуске «Твоих новостей». Докатились. Армавирец стал жертвой ДТП во дворе собственного дома. Об этом мы не только поговорим в выпуске «Твоих новостей». Ровно год прошел с момента освящения Свято-Никольского храма. К этому дню было приурочено еще несколько событий. Об этом Анна Мельченко. Третий год в Армавире продолжается реализация программы модернизации здравоохранения. Ремонт ведется во многих отделениях медучреждений. За ходом проведения работ лично следит глава Армавира Андрей Харченко. В ходе рабочей поездки 4 февраля градоначальник посетил сразу несколько медучреждений. В центре внимания власти оказалось инфекционное отделение. Новый вид приобрел фасад здания, часть кабинетов уже отремонтирована. Также мэр посетил городскую поликлинику номер 3 и детскую поликлинику номер 2. Работы здесь уже завершены. Такого ремонта наши лечебные учреждения давно не видели, отметил глава города, указав также на необходимость бережного отношения к уже сделанному. Событие года произошло в Армавире в сентябре 2011-го. Тогда, после шестимесячной реконструкции, в городе открылся Ефремовский мост. Был положен конец надоевшим пробкам. Финансирование реконструкции путепровода обошлось более чем в 60 миллионов рублей. Это только из краевой казны. В этом году Ефремовский мост, по старинке называемый еще и Сенным, вновь подвергнется изменениям. Его планируют расширить, дабы разгрузить поток автомобилей на данном участке пути. Об этом на очередном дне общественности заявил глава Армавира Андрей Харченко. Документацию в феврале месяце забирают с экспертизы, будут объявлены конкурс на выбор подрядчика, и, наверное, уже ближе к июню месяцу или к маю месяцу зайдет подрядная организация, которая будет выполнять строительство второго этапа Ефремовского путепровода по улице Ефремова. О чем мы говорили с вами, и поручение давал Саниколай службам. Армавирский найденыш. Младенец Богдан, обнаруженный 30 декабря прошлого года в бэби-боксе, совсем скоро обретет семью. Такую информацию нам удалось получить в управлении по вопросам семьи и детства городской администрации. Малыша не зря нарекли Богданом. Судьба мальчика сложилась весьма благополучно. Уже определены кандидаты в родители. Кто они, в управлении не сообщается. На днях необходимые документы будут поданы в суд. И уже в феврале планируется завершить процедуру усыновления. Сам Богданчик на данный момент находится в доме ребенка и чувствует себя хорошо. Сразу 5 автомобилей стали участниками дорожно-транспортного происшествия, случившегося 5 февраля около 8 часов утра на въезде в поселок Юбилейный. На данный момент обстоятельства аварии уточняются. По предварительной версии прибывших на место сотрудников ДПС, столкновение произошло по вине водителя ВАЗ-2115, ехавшего со стороны поселка Юбилейный. Он не уступил дорогу «Опелю», двигавшемуся по главной. В результате водитель иномарки потерял управление и совершил наезд на 3 автомобиля, стоявших в это время на обочине. В машинах на тот момент никто не находился. А вот беременная пассажирка ВАЗ-2115 и пассажирка «Опеля» доставлены с ударами головы в больницу. Сам владелец 15-й виновным себя не считает. По его версии, авария произошла из-за нарушения скоростного режима водителем иномарки. Автолюбители, судя по статистике происшествий, объявили настоящую войну пешеходам Армавира. Под колеса машины прямо на зебре под свет зеленого светофора попала 17-летняя девушка. Спустя сутки при похожих обстоятельствах пострадал молодой мужчина, а в старой станице жертвой ДТП и вовсе стала полуторагодовалая девочка. Тему продолжит Юлия Чернышова. Полуторагодовалая малышка госпитализирована. У нее сотрясение мозга и травма лица. Отец девочки не справился с управлением авто. На ходу ВАЗ-2106 врезался в опору линии электропередач. Сейчас по данному факту проводится административная проверка. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадала девочка 1,5 лет, которая находилась на заднем сидении автомобиля без специального детского удерживающего устройства. Докатились. Водитель популярный в народе приоры вместе со своими друзьями, что называется, поставили на уши дом образцового содержания по улице Маркова в районе Черемушки. Посредь бела дня приора на скорости влетела в местный дворик, протаранив припаркованную там белую семерку. Остановил лихача и его команду бордюр.
Вот этот вот удирал, что ли, или убегал, или кого-то он догонял. Оно там, следующая машина побитая там вот стоит. А он, бордюр здесь, видите какой? И у нас мы здесь с этой стороны присыпали, а там он высокий, и он провалился. Бутылку выкинули из этой машины. Подошел вот этот такой коренастый, высокий такой мужик, а он ему из кабинки передает бутылку. Эту бутылку он так недвижимо швырнул, как будто не его касается. В году нынешнем возросло число наездов на пешеходов, совершенных по вине водителей. Причем значительная их часть совершена на спецпереходах. К слову, увеличение количества ДТП на зебре отмечено не только в Армавире, но и в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике, Белореченском и Красноармейском районах. В целях стабилизации обстановки с аварийностью на дорогах в период со 2 по 11 февраля полицейскими Армавира проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасная улица». При проведении этих профилактических мероприятий особое внимание будет уделяться водителям мототранспорта, а именно соблюдение ими правил дорожного движения, а также соблюдение правил дорожного движения водителями на пешеходных переходах. Остается только добавить: будьте бдительны на дорогах. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, Александр Жилиев, служба новостей Армавира. В Армавире по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при вакцинации жителей. Прокуратурой проведена проверка медучреждения, осуществлявшего иммунизацию населения против гриппа. Установлено, что участковой медсестрой городской больницы сфальсифицированы показатели работы. Вакцинация не проведена. А в медицинские карты ряда жителей Армавира внесены недостоверные сведения о том, что им была сделана прививка против гриппа. Список лиц, прошедших иммунизацию, в том числе включены граждане, которые на тот момент уже умерли. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Санкция данной статьи предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф до 120 тысяч рублей, а также иные наказания, в том числе обязательная работа, исправительная работа. В настоящее время уголовное дело находится в производстве в органе дознания. Ровно год назад митрополитам Екатеринодарским и Кубанским Исидором в Армавире был освящен Свято-Никольский собор. 5 февраля в храме прошло торжественное богослужение в честь этого события. Анна Мельченко побывала на службе. В храме было особенно многолюдно. На торжественном богослужении, посвященном годовщине освящения собора, присутствовали представители духовенства Армавирского благочиния и других районов. Событие, которое произошло год назад в Армавире, поистине стало историческим. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в сослужении преосвященного епископа Майкопского и Адыгейского Тихона и духовенства других епархий осветили Свято-Никольский собор. Помимо празднования годовщины знаменательного события, в этот день чествовали и настоятеля храма отца Геннадия Волкова по случаю Дня его ангела. Сегодня у нас годовщина освящения нашего собора. И кроме того, день памяти моего небесного покровителя, преподобного отца Геннадия, Костромского и Любимоградского. Если бы я даже к нему не возносил молитвы свои, не просил его помощи, без его помощи, удалось бы построить этот храм или нет, я не знаю. Многие лета желали собору и его настоятелю в этот день. Сон духовенства Армавирского благочиния совершил божественную литургию, молебен, вознеся молитвы к небесному покровителю священника. Я думаю, что наш настоятель, отец Геннадий, понесший труды по строительству этого собора, несущий труды по окормлению паствы нашего собора, реализующий многие благотворительные мероприятия и программы в рамках города, достоин такого торжества, которое у нас было совершено сегодня. Поздравить настоятеля с 50-летием, а также освящением храма, пришли и представители администрации. Теплые слова пожеланий звучали и из уст благодарных прихожан. А между тем богослужение продолжалось, а в храме царила особая атмосфера благоговения и торжества.
Анна Мельченко, Александр Жирилеев, служба новостей «Армавира». Продолжение темы. Помимо торжественного богослужения, приуроченного к освящению Свято-Никольского собора и Дню Ангела-Настоятеля храма, в церкви состоялось еще одно не менее важное для православных событие. В Армавир прибыли мощи святой блаженной Матроны Московской, особо почитаемой среди народа. Святыня пробудет в храме с 5 по 6 февраля включительно. Матушка Матрона Московская была причислена к лику местночтимых святых. Ее подвиг благочестия, верность служения Богу являются примером для каждого из нас. Сотни прихожан нескончаемым потоком идут поклониться и приложиться к раке с мощами, прося у святой здоровья и благополучия. С 28 января телеканал ТНТ «Армавир» и радио для двоих в преддверии Дня Святого Валентина проводит акцию «Самая романтичная пара». 16 влюбленных пар подали заявку на участие в конкурсе, прислали свою историю любви и фотографию. В свою очередь, телеканал ТНТ «Армавир» и радио для двоих дарит участникам шанс провести День влюбленных по-особенному. Подробности в следующем сюжете. Начнем с того, что абсолютно все пары получат билеты в кино, а три лучшие пары отправятся на лимузине в романтическую сказку. При этом победители под звуки саксофона проследуют в лучший ресторан города. Серебряные призеры проведут вечер при свечах в уютной кофейне, а занявшие третье место отправятся в кино на места для поцелуев. Познакомиться поближе с участниками можно на сайте amedia.tv. Надо сказать, что желающих проголосовать за самую достойную пару было очень много. И в субботу, 2 февраля, возможность отдать балл своим фаворитам была приостановлена. Популярность ресурса Амедиа возрастала с каждым днем, и сайт однажды просто перестал справляться с наплывом посетителей, и мы были вынуждены поставить более мощный движок. Теперь на сайте amedia.tv может одновременно находиться в десятки раз больше пользователей и при этом не мешать друг другу комментировать, просматривать новости, голосовать за участников акции. Заходите на сайт amedia.tv, становитесь членами жюри и выбирайте свою самую романтичную пару города Армавир. Алена Агафонова, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. И в завершении выпуска еще одна информация. На днях, возможно, будет принято решение о переводе стрелок часов, гласят официальные источники. Но еще рано говорить о том, перенесут время или все же оставят как есть. Окончательное решение примут по итогам мониторинга, который в настоящее время проводит правительство. Пока исследования показывают, что россияне хотели бы вернуть перевод часов на зимнее время, аргументируя это тем, что вставать тяжело. Отмечено, что этот вопрос может быть решен перед Олимпиадой 2014 в Сочи, так как при нынешней ситуации из-за четырехчасовой разницы с Европой к моменту начала трансляции большая часть потенциальных зрителей уже будет спать. Об этих и других событиях вы также сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.amedia.tv, а также в наших группах в социальных сетях. На этом у меня все. Далее традиционный метеопрогноз. До новых встреч в эфире телеканала ТНТ «Армавир». Одежда ведущей предоставлена магазином молодежной женской одежды «Бона». Торговый дом «Вилсон». Первый этаж.